Ребята, всем доброе утро. Плетенка маковая. Далеко с утра завтракала перед школой. Попросила именно рулет, а не омлет. Я думала, омлет как бы ей сделать, но она захотела рулет. Говорит, очень-очень вкусный, нежный, вкусный рулетик. Сейчас мы будем завтракать. Миланка покушала уже тоже. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Миланка достала слайм, а он у нас рваться начал. Мы добавили сейчас зубную пасту чуть-чуть. Миланка сейчас вымешивает. Ну, вроде начал немного тянуться, да? Жиже стал. Сейчас Миланка вымешивает. Он такой красивый, блестящий. Это я делала на видео. Да, это мы на Миланном канале делали слаймы. Лика с Миланом. Надо будет, кстати, еще, да, Милаш, снять видео про слаймы. Ну-ка. Попробую, как он сейчас тянется после зубной пасты. Вот, потихонечку, да, начал тянуться. Но еще не до конца. Еще нужно вымешивать, Милаш. Ребята, вы знаете, а если у меня испортится лето, не пляцкую солета, ой, как у меня и ночек вот такой цвет такой. Вот такой вот, да, цвет? Да. И он у меня испортится совсем. А вот этот тоже с небесными блестками. Красивый, красивый. Что есть еще? А там у тебя серебристый Милан и по-моему, да, и по-моему розовые блестки, да. Это на мою руку. Угу. Миланка всегда, если высыпает блестки, то полностью. Вот сколько есть, только Милана и высыпает, да, Милан? Угу. Лика собирается сейчас. Куда, Лика? В бассейн. И Лика очень рада. Похихидничает. Ты довольна? Лика, куда мне пакет там лежит? Пустой убрать надо его. Что у вас с уроками? Много задали вам? Очень. По каким предметам? По литературе составить план по двум главам и... Онегин? Да. Ничего себе. Мы знаем, потому что мы были на собрании. Собрание. Потом... А почему я не знаю? Потому что на собрании где-то летаешь в облаках. Потому что я даже записал так, что... А, ну поэтому я не знаю, ты сразу дала задание, записываю все. Потом еще по литературе сдавали на тот урок первые две строфы выучить на Онегине. Ну и повторить надо, их выучила, повторить надо. А потом... Не обращайте внимания, это кофе делается. Кофемашина, да, работает. Алгебра. Английский проверочный завтра. Подготовиться, да, надо? Да. Большая, много учить? По всей теме. И еще по всему девятому классу? Нет, ты что? Это Лика бы вообще бы зависла. Глюк. И еще какой-то урок завтра. Как у нас в компьютере, да, вчера? А, биология, но по биологии, по-моему, ничего. Ну, может, надо, но там что-нибудь прочитать просто. Мой кофе готов. Лика тоже сейчас будет, попросила макароны с сыром. А время без 10. У нас через 10 минут надо выйти. Ну, мы быстро. Я кофе через 2 минуты готова уже буду. Выпью и все. Ты с меня кушала в школе? Половинку пикника. Почему? Да еще и половинку. Ты что, весь не осилила? Не осилила. Я захотела пить, а у меня не было пить, поэтому я не осилила. А в столовую сходить никак? Зачем? А в классе у вас разве нет воды? А в классе есть вода, но я не люблю из чужих чашек пить. А, там у вас не одноразовые? С ладошек. А у вас не одноразовые? Нет. Лика поехала в бассейн на занятие, а мы сейчас поедем за Миланкой. Миланка у бабушки. Сейчас заедем, Миланку заберем и домой. Миланка даже сегодня у бабушки поспала немного. Минут 40, правда. Ну, почему-то последнее время мы вообще в обед не спим. Только в садике. Вот в садике она засыпает. Дома... Ну, не факт. Это она говорит, а мы-то не видим. Нет, она говорит, когда не засыпает. Но в основном она засыпает. Потому что все вместе. Ну да, все детки спят, да. А дома нет, у нас не получается ее уложить. Уже, наверное, так года полтора, да? Вообще она не спит. Раньше как-то в обед спала, не было проблем с этим. А сейчас, чтобы ее уложить, это вообще нереально просто. В общем, сейчас заедем за Миланкой. Лика сейчас наплавается. Может быть, на обратном пути, да? И Лику сразу подхватит. Ну, там у бабушки, может, чуть-чуть посидим. Так.
Что такие вот у нас дела? Лики сегодня прям завал с уроками. Очень по всем предметам абсолютно ей нужно делать уроки. Лика говорила, какие. Так что после бассейна сразу домой. Сразу ей уроки делать. Она сегодня еще хотела там доснимать видео. Посмотрим, как управиться с уроками. Первым делом уроки. Так, зашли в Фикс Прайс. Мне нужна жвачка для рук. Или кто как говорит, слайм. Ой, это что такое? Это как у Миланки, да, есть такой шарик? Ну, просто прыгающий шарик. Попрыгунчик. Да, так. Новенького ничего, да? Нет. Ну, такой, а вот, смотри, давай вот тут откроем вот эту вот большую коробку, вот нижнюю. Здесь побольше должно быть выбора. О! Здесь? Ну, таких там нет. Конфеты, мороженое. Такая конфетка у нас была. Такие в баночках с бусинками, да? Ой, а вон мишки есть, мишки хочу. Большой здесь. Ух ты, а еще какой цвет оранжевый есть. Сейчас возьмем. Класс. Ну, так и а те убери наверх, обратно поставь. Так, что тут еще есть? Мячики антистресса. Все, убрал? Да. Смотрите, какие красивые коробочки с фламинго. Вообще класс. Ух ты, такая тоже прикольная. Что ты там, Лика? Отмылись твои руки? Нет. Мы сейчас снимали видео теперь на Миланом канал. Трехцветный маникюр. Покажи. Снимали видео, и почему-то очень плохо краска отмылась. Ну ничего, уже лучше. Мне кажется, еще пару раз руки помоешь, и она отмоет. Так ацетоном не отмывается. Такая краска палась в этот раз. Вообще тяжело отмывается. У меня отмылась. Ну, у Миланки отмылась, а у Лики нет. У меня золотая краска, у меня синяя. Ну что, Лика, давай уроки делать. Чего ты сидишь за телефоном-то? Сейчас. Куча задали, все, и сидишь. Тут такая новость, кажется, что есть. Какая? Мы уже давно говорили про это. Про что? Потом скажешь. Да что, про школу что-то? Нет. Это какой-то секрет? Да. Зрители сами потом увидят это все. Да? Ты, слушай, меня заинтриговала. Я думаю, зрители тоже. Говори быстро! Нет. Лика, когда ты елку уберешь, спрашивает. К 8 марта? А мы, кстати, по-моему, постоянно, да? Каждый год у нас елочка убирается ближе к 8 марта. Да нет, на выходных, я думаю, мы точно уберем. Я как-то говорила во влогах, что сейчас никак со временем. Лика постоянно в школе, там много уроков задают. А уже, наверное, суббота-воскресенье, когда уроков не нужно делать, уже, наверное, мы и уберем как раз-таки. То, Милана! Привет. Привет. Пойдем руки помоем. Миланка с слаймом играет. Не, Милаш, бутылочку в воду не надо. Давай пойдем ручки помоем. Идеальщики правильно. Она забыла. Стала звать. А помню прежние семьи. Миланка раскрашивает. Не вклялся, не соль. Это я включила? Ой, это я включила. По всей вероятности. Лика там что-то учит. На этом наш влог, ребята, сегодня подходит к концу. Я побежала монтировать видео. Миланка уже сейчас чуть-чуть порисует. И буквально там 10 минут. И пойдет тоже уже отдыхать. Круто. Это знаете кто? Кто? А это Спайк какой зовут? Из мультика Гачифон. Это Вио вообще. Это обидно. Да. Ладно, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Всем до завтра. Всем пока-пока. В комментариях часто спрашиваете про подставку для телефона. Мы ее заказывали на AliExpress. И эта подставка не новая. Это наклеечку Миланка просто наклеила. Какая-то переводнушка. Не знаю, по всей вероятности от Чупа-Чупса. Я уже не помню, что это было. А подставка, она у нас давно. У нас еще такая где-то черная лежит. А такую же подставку я маме дарила, она тоже увидела во влоге, и ей понравилось, просила ей тоже заказать. И летом мы как-то ездили на море и в Сочи, и я ей такую же подарила. Не помню, беленькую, по-моему, нет. Еще у нас, кстати, такая же есть подставка, только она маленькая, она, ну, как половинка этой подставки. Но вот эта подставка удобнее.
То есть она более такая устойчивая. И мне она больше нравится. Так что не новая эта подставочка. Это просто Миланка так вот украсила наклеечкой.